What is happiness for you? А вот именно вход остался красивый, вот как он был. Это камень такой вот натуральный клад. Это Косоводский у нас называется. Вот из него, вот из камня, вот плитку сделали, которая складывает собор. Камень просто там. Есть, скажем, Косоводск, такой населенный пункт, где именно вот из поколения в поколение передается вот это мастерство. Резьба из камня, распятие, иконы, все делают. Там такие мастера именно. Шоколадка, да. Такая интересная. Да. А вы давайте наводящие вопросы. Да. Мы прихожане. Мы находимся в Никорянском монастыре в длинном подвале, который выложен из косоводского камня. Что-то напоминает это старину. Рыцари, я всегда смотрю, что вспоминаю, мне кажется, рыцари, там эти сабли, когда они в этих пещерах, разбойники, все это. Однозначно. Так ведь? Да. Чем-то похоже. Просто самокладка одна. Да. Ух ты. Ух ты, вот тут это и, да. Тут из-за неправильной вентиляции, естественно, было немножко допущена ошибка, а теперь мы ее исправили принудительно. Это вино разных сортов, которые мы используем для службы. Ну эта кладка, тут просто посмотреть, она вроде такая кложена. Ну, я вам расскажу, как клали, если интересно. И вообще мне интересно, а как делают эти своды? Расскажу. Значит, сначала, вот скажем, где-то вот откуда начинает. Прямая стена строится, просто роется котлован, выкладывается прямая, сколько стена идет, просто так. А вот этот уже полукруг, начиная от него, сюда подставляются балки и варится из арматуры, значит, как бы каркас. Он идет параллельно две арматуры, а потом они сгибаются. Дуга, правильно. Вот дуга, она укрепляется посередине. И вот так ставится, скажем, на расстоянии одна дуга здесь, поставили подпорки под нее. Вторая дуга, и вот именно дуга с дугой по всей длине ставится доска. Одна на другой. То есть получается над дугой крыша такая деревянная. Я так и понял, да. Что... И вот кладка идет сверху, и кирпич когда ставит, его ставит под углом. Старается выбирать кирпич конусообразный. Ставит раствор такого количества, чтобы он не вышел на эту сторону, и если даже просто убрать вот эту дугу, а потом если ее убрать, просто за счет конуса, то не потолок падает. Уже не падает, он сам по себе держит, а плюс еще раствор его мы все будем пробовать, все по чуть-чуть. Корзина сама, откуда ты взял? Ну, он их поначалу.